Трамп все-таки решился. Президент США назначил дату визита в Великобританию. Полтора года он не осмеливался ответить на приглашение премьер-министра из-за протестов, которые обещали британцы. Что изменилось и каким будет первый визит американского президента в Лондон, расскажет Светлана Чернецкая, наш британский СОПКОР. В Лондоне Дональда Трампа ожидают в июле, в пятницу 13-го. И уже понятно, что этот день ему запомнится надолго. Правда, не только знакомством с Ее Величеством, но и масштабными протестами. Противники американского президента обещают самый массовый митинг в его честь. Приглашение посетить Великобританию Трамп получил еще в январе прошлого года, как только стал президентом США. Письмо от королевы лично доставила британский премьер. До сих пор журналисты вспоминают теплый прием, которого удостоилась Тереза Мэй в Белом доме, и трепетные отношения, которые лидеры, не стесняясь, демонстрировали. Но вот в Лондоне далеко не все с нетерпением ожидают приезда американского президента. Уже десятки тысяч людей заявили о своем желании поддержать уличные протесты. Такие протесты – это возможность показать, что за Америкой следит весь мир, и многих беспокоит то, какие взгляды у американского президента и какие законы он продвигает. Несколько раз визит президента США в Лондон переносили именно из-за опасения массовых протестов. В результате американский лидер таки посетит Британию, но программу пребывания сократили. Визит будет рабочим, а не государственным. Такой статус не предполагает торжественных церемоний. Не будет ни поездки в золотой карете по центральным улицам Лондона, ни пышного банкета во дворце Ее Величества, чего удостоился тот же Барак Обама. Выступить в стенах матери всех парламентов тоже не удастся. Британские законодатели не упускают возможности покритиковать Трампа и предупредили заблаговременно. Ему в парламенте рады не будут. Еще предстоит утрясти все детали, с кем и когда президент будет встречаться. Команда для организации визита прибудет в ближайшее время. Но глава нашего государства достаточно толстокожий. Он не побоится протестов, поэтому точно посетит Лондон. Скорее всего, с Ее Величеством Трамп все же познакомится, правда, это будет короткая встреча. Он также проведет переговоры с премьером Терезой Мэй. Остальные встречи под вопросом. В Белом доме особой важности визиту не придают, дескать, это только один из пунктов на пути президента. Ему будет удобно посетить Лондон, возвращаясь с саммита НАТО в Брюсселе. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, британское бюро телеканала «Интер».